То есть тактика партизанской войны такая. Если у тебя есть возможность не стрелять, то не стреляй. Ну да, так понятно. То есть у нас есть командиры партизанские, но были, которые за всю войну несколько человек в отряде, там, по-моему, 4 или 6 человек потеряли. И то по глупости они там погибали по своей. Не из-за командиров, а так. Ну, вот таких командиров и нужно, атаманов выбирать. Таких же специально готовили, кстати говоря. Советский Союз готовился к партизанской войне. Голову на плечах иметь. Если будете копное право использовать, вы выберете лучшего походного атамана, также, который и владеет и тактикой, и стратегией, и опыт имеет, также. Вам же нужен такой, чтобы который опытный был. И вы всегда найдете. Нет, там боги пошлют вам такого. Основная стратегия какая наша? Быть неуловимым джом. Ну вот если быстро смываться, то все-таки вот у меня, допустим, уже в сельской местности есть дом, но понятно, что рано или поздно оттуда придется уйти, причем с семьей. Но единомышленников там что-то ни в своем городе не удается найти, все в разные стороны расползлись, и никто не хочет уже, это же финансы. Вы поймите, деньги, что там, война не любит дилетантов. Дилетанты в первую очередь погибают, это быстрее, чем действующие войска подготовлены. Это но факты. Ну конечно. Поэтому нам остается только стать неуловимым мечом. Вы не сможете против регулярных войск или подготовленных, тренированных выстрелить. Нет, это я даже не обсуждаю. Поэтому нужно просто... Вот начнется зачистка там с края, там увидел. Это уже если у вас столкнулись, деваться некуда, тогда придется там бой принимать. И то для того, чтобы оторваться и уйти, только лишь для этого. Ну вот оторвался, ушел, да, ушел в лес. Ну, допустим, там схрон есть. Если одна семья, вот это сколько можно так протянуть? Лучше все-таки 2, 3, 4, 5, ну, какое оптимальное количество? В смысле чего? Ну, семей. Семей? Да. Да в данном случае, чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше. Ну, ту же, допустим, землянку, блиндаж вырыть, да, то есть в армии, там, в войсках, там, роту кидают, они быстренько саперными лопатками там выкопали и все. Если один, я вот по своему опыту знаю, канализацию делал, да, две ямы копал, там 6 кубов земли, еще не с это, не то, что там мерзлый грунт, ну там много работ было, месяц я ковырялся, пока все до ума довел, один. Ну, время-то есть у тебя, ковыряйся. А куда тебя спешить? Ну, то есть, чем заниматься? И где семья этот месяц жить будет? Сейчас копай, потом что-то себе принесли. Поставил палатку, и все, а что, вы зимой в палатках не жили никак? Ну, да, жили. Я зимой в гамаке живу. Зимой что-либо копать ей не нужно, это надо ждать. В гамаке еще теплее, чем в палатке.